Привет! Я очень люблю ряженку. И каждый раз, когда я покупала такие пачки, на дне оставалось очень много продукта. И приходилось его выбрасывать. Но совсем недавно я узнала, как можно выжать из этой пачки все практически до последней капли. Ряженка у меня свеженькая, в марте сделана. Сейчас я покажу этот лайфхак. В этой пачке 450 грамм, я уже из нее пила. Сейчас я буду допивать вторую часть. Вот, ряженка выливается. И внутри еще много-много остается. Эта пачка сделана специально таким образом, чтобы ее можно было собрать. Но почему-то об этом я узнала только ближе к середине своей жизни. До этого я просто ее выбрасывала. И место много занимает. И ряженка внутри остается. Где-то увидела, как ее собирать. Сгибаем вот здесь, в середину. Сгибаем с этой стороны, в середину. Разравниваем. Потом надо определить, куда сгибается низ. Низ сгибается вот сюда. Главное, чтобы ряженка еще не обляпала, не брызнула в лицо. Вот так мы ее заворачиваем. И еще раз. Она уже начинает выбегать. В это время можно ее чуть-чуть вылить. Это какая-то жидкая ряженка попалась. Когда она более густая, отсюда выходит реально пол чашки. И последний момент – это сложить ее вот так вот еще чуть-чуть. И в мусорнике самое главное занимает очень мало места. Это гениальное изобретение. Эта пачка. Я раньше ругалась, думала, кто придумал эти пачки, которые занимают столько места, внутри которых столько ряженки остается. Ну или кефирчик, а кефир тоже и йогурт бывает в таких пачках. В общем, таким образом я выдавливаю все практически до последней капли. Там ничего не остается. Крышечку, если не сдавать ни в какие благотворительные фонды, можно закрутить и прекрасно поместить в мусорное ведро. И наслаждаться своей прекрасной, вкусной и полезной ряженкой. Спасибо за просмотр. Если мой лайфхак был полезен, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Пока-пока.